Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала «Раз посылка, два посылка», который посвящен распаковке посылок из известных интернет-магазинов. И сегодня у нас на распаковке 5 посылочек. 4 посылочки к нам пришли с Алиэкспресс, а 5 из детского мира. 3 мелких пакетика и один вот такой бесформенный. И чувствуется, что там много всего. Давайте, пожалуй, с него и начнем нашу распаковку. Здесь оказалось 3 посылочки. Давайте открывать и смотреть. А это какие-то треугольнички. Но на самом деле это очень нужное приспособление для кухни. Ну или, может быть, даже для ванной комнаты. Посмотрите. Это специальный зажим для полотенца. Этот треугольничек прикрепляется на стену. В комплекте есть двусторонний скотч. Таким образом. И сюда просто втыкается полотенце. Очень интересно, удобно. Не нужно вешать ни на какой крючок. Просто раз, воткнул полотенце и все. Решил продемонстрировать при помощи такой салфеточки. Вот таким образом будет это выглядеть. По-моему, очень даже удобно. Мне кажется, все-таки это такая вещь, нужная именно на кухне. Но почему бы не использовать и, например, в ванной или туалетной комнате. Тоже пригодится. Так легко и просто все это засовывается. Вытаскивается. Можно прикрепить на стену, можно на какой-нибудь шкафчик, и всегда все будет под рукой. И это у нас была первая посылочка из первой посылки. Теперь откроем вот этот пакетик. А это всего лишь одна деталь. И деталь для Лего Дупла. И это руль капитана. И нам он нужен для кораблика из набора железной дороги с грузовым поездом. Сделано полностью из пластика, выглядит ярко и симпатично. Много всего у нас есть. У нас ребенок тоже любитель Лего Дупла, так как он еще все-таки маленький, поэтому мы пока именно увлекаемся Лего Дупла, то есть специально для малышей. У нас и зоопарки, и машины, и чего только нет. И хочется это разнообразить еще какими-то элементами. Вот такие вот интересные штучки тоже можно отдельно, дополнительно заказать к тому или иному набору. Посмотрим, что в следующих посылках. Теперь давайте откроем тогда вот этот пакет. Тут у нас он уже с дырочкой. А здесь, дорогие друзья, почтовые пакеты. 2 размеров. Серого цвета. Этот, наверное, 50 на 30 примерно. Достаточно плотный, не очень тоненький, потому что есть гораздо тоньше. Это хорошего качества. И нужны мне эти почтовые конверты для того, чтобы отправлять посылки, потому что очень часто у нас проводятся розыгрыши. И, конечно, для того, чтобы отправлять посылки победителям, нужны почтовые конверты. Причем самые разные. Эти вот пакеты еще больше. Здесь, наверное, они примерно будут 50 на 70. Такие мне тоже нужны. Вот что это такое к нам пришло. И это у нас была первая посылочка. Теперь давайте смотреть, что в этих мелких пакетах. И давайте начнем с самого легкого. Здесь тоже какая-то симпатичная штучка. И это, дорогие мои друзья, нужный на кухне аксессуар. Это воронка. Сделана из мягкого эластичного бархатистого силикона. И имеет 3 диаметра, 3 кольца. Она складная, складывается полностью. Тоже удобная и нужная вещичка. На кухне должна быть. Много места не займет, потому что полностью можно вот так сложить. И она получается как крышка. Удобно хранить, удобно мыть и удобно пользоваться. Мужчины, возможно, найдут этой воронке какое-то еще и другое применение. Вот что это к нам пришло такое во второй посылочке. А мы переходим к следующей. И давайте раскроем теперь вот эти коробочки. Здесь пакетик, а внутри коробочка. И посмотрите только, какое здесь очаровательное создание. Мышка в виде мышки. Она такая интересная, правда очень похожа на мышку, на настоящую мышку. Посмотрите, бежевого оттенка, колесико сверху, как и полагается. Здесь носик, глазки, очень приятный на ощупь, немножко бархатистая. И 2 кнопки, левая и правая. Между прочим, держать в руке ее действительно комфортно, форма такая подходящая. И она беспроводная. А здесь кнопочка включения и выключения. Очень стильная и удобная вещь. В комплекте еще прилагается инструкция. Ну, я, в общем-то, уже все показала. Но здесь указаны размеры. 4,13 мм в высоту.
2,87 ширину и 1,5 сантиметра высоту. Сюда вставляется батарейка, присоединяется она при помощи USB к компьютеру. Мне кажется, такой мышкой захотели бы владеть и пользоваться многие представительницы прекрасного пола. Мужчины навряд ли, а вот девочки, девушки и женщины, наверное, да. Я, мои дорогие друзья, с удовольствием эту мышку разыграю и кому-нибудь из вас подарю. Поэтому объявляю розыгрыш. Для того, чтобы принять участие и получить подарок, вот такую замечательную мышку компьютерную в виде мышки, пишите комментарий под этим видео и обязательно укажите, что вы участвуете в этом конкурсе. Но комментарий не должен состоять лишь только из этого слова. А также ставьте лайк и проверяйте подписку на наш канал. При соблюдении этих трех условий вы автоматически становитесь участником розыгрыша. И через 3 недели мы узнаем имя победителя этого стильного аксессуара. Мне кажется, такая мышка будет полезна и дома, и для учебы, и в офисе. А теперь давайте посмотрим, что в этой посылочке. Может быть, что-то аналогичное? И это тоже мышка. Это, наверное, все-таки в виде собачки. Посмотрите, это морда, глазки, нос симпатичный, ротик. Это щечки, на которых точки от усов, и ушки имеются. И глаза-то, видимо, у нас устали от работы или выражают удивленный вид. Симпатичная мышка, примерно размером, как и с предыдущую. В общем-то, она тоже очень удобная. Здесь левая кнопка, правая кнопка и колесико. Пользоваться ей также комфортно. В руке не скользит за счет того, что вот эта поверхность немножко бархатистая, прорезиненная, кнопочки и колесико тоже, а вот здесь все гладкое. Кнопочка включения и выключения. Заряжается мышка от USB, в комплекте USB кабель. Мне кажется, такая мышка всегда поднимет настроение. И это, мои дорогие друзья, тоже пришел подарок для вас. Поэтому в этом ролике у нас 2 подарка. И мы разыгрываем компьютерные мышки. Одна именно в виде мышки, а вторая в виде вот такой замечательной, милой собачки. 2 подарка, 2 победителя. Пишите комментарий под этим видео, тот, кто хочет принять участие и попытаться выиграть одну из этих 2 мышек. А также ставьте лайки и проверяйте подписку на канал или подписывайтесь. И обязательно проверьте, открыты у вас аккаунты, открыты ли у вас подписки. Это очень важно. А также поделитесь этим видео со своими друзьями, знакомыми, со всеми теми, кто бы хотел принять участие в этом розыгрыше и посмотреть на распаковку. Интересные аксессуары, мне кажется, они действительно порадуют абсолютно любого. И школьника, и студента, и взрослого человека. Всегда вызовут улыбку и поднимут настроение. С удовольствием разыграю и подарю. Ну а те, кому понравились эти мышки, вы можете заказать самостоятельно. Ссылочку оставлю внизу в описании под этим видео. Так же, как и на все товары, которые у нас будут представлены в распаковке. И также вы там сможете найти все подробные условия для участия в этом розыгрыше. Мышка в виде собачки также работает от USB. Очень интересные аксессуары, мне самой понравились. Но пользуюсь я ноутбуком, не компьютером, поэтому с удовольствием разыграю и подарю вам. В этом виде будет ждать одна, и в этой коробочке потом отправится к своему новому хозяину или хозяйке. А эту упакую чуть позже. И осталась у нас последняя посылочка, которая пришла к нам из детского мира. Давайте смотреть, что же там. А здесь, мои дорогие друзья, у нас игрушка. Игрушка, и это паровозик Томас, вернее, железная дорога. И выглядит она вот таким образом. Сама железная дорога, вернее, 3 ее вариации. Здесь даже мостик есть, посмотрите. И, конечно, паровозики. Причем паровозик моторизированный, потому что с кнопочкой, значит, он будет работать от батареек и ехать самостоятельно. И 2 вагончика. Причем вагончики, видимо, пассажирские. Ну и, конечно, все это можно объединить с теми дорогами, которые есть уже в этой серии. У нас уже есть 1 такая железная дорога. И, думаю, можно собрать что-нибудь интересное и пустить туда несколько паровозиков. У нас есть как моторизированные, так и обычные, которые нужно катать. Вот как раз с обратной стороны на этой упаковке и нарисовано, как это все может выглядеть и что входит в комплект, и как детишки играют. Наш малыш также является поклонником всех абсолютно паровозиков, поездов, железных дорог и серии Лего Дупла, и Томасов, как, наверное, и многие мальчики.
Конечно, собрать самостоятельно железную дорогу он не может, а вот пустить по ней поезда или их погонять, например, если они не моторизированы, делает это с большим удовольствием и самостоятельно. Обзор этой игрушки вы сможете увидеть на канале Шалундрики. Если кому-то также интересно, для кого-то актуально, хочется посмотреть, что получится, то, пожалуйста, присоединяйтесь. Ссылочка будет на тот канал внизу в описании под этим видео. Посмотрим, что у нас тут еще. И еще один набор, и также с паровозиком Томас. Посмотрите, в виде ручки. Интересная очень конструкция коробки. Здесь имитация железной дороги, по которой едет паровозик Томас, и который как раз-таки в комплекте. И вот он не моторизированный, обычный, который нужно катать. И вагончик также пассажирский, нарисованный пассажиром. Ну а тут вот как раз изображено то, что можно получить в итоге. Опять мы видим три вариации, три вида железной дороги можно собрать из этой, казалось бы, небольшой конструкции, но, видимо, путей здесь немало. Эта игрушка также будет на обзоре на канале Шалундрики, и, скорее всего, потом я объединю этот набор с тем набором и еще с одним набором, который у нас уже есть. И соберем какую-нибудь большую железную дорогу с Томасами и пустим по ней все поезда, всех Томасов. На этом наша распаковка сегодня подошла к концу. Я напомню, мои дорогие друзья, что вас ждет два подарочка. И это симпатичные, милейшие, просто и даже забавные две компьютерные мышки. Одна в виде мышки, а вторая в виде собачки. С удовольствием разыграю и подарю, и порадую вас этими подарочками. А для участия нужно написать комментарий под этим видео, поставить лайк и быть подписчиком нашего канала с открытыми подписками. Участвуйте и делитесь видео с друзьями, чтобы нас было как можно больше. На этом пришла пора прощаться. Надеюсь, видео было интересным и увлекательным. А если это так, то поддержите лайком в любом случае. Мне будет приятно. Всем спасибо и пока-пока. До новых скорых встреч.